Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться обалденным, вкусным и очень бомбезным рецептом скумбрии. Скумбрию сегодня буду готовить в фольге в углях. Реально простой и очень вкусный рецепт. Стоит попробовать. Не забываем комментировать и, конечно, делиться с друзьями. Поехали! Как я люблю летом арбузы. Он только летом бывает в сезон, такой вкусный, ароматный и сочный. Очень легкий и быстрый маринад. Я беру 4 скумбрии. Нам также понадобится черный молотый перец, соль, совсем немного сахара, майонез, горчица, лимон, подсолнечное масло и фольга. У меня здесь в равных частях горчица и майонез по 1 столовой ложке. Добавляю черного свежемолотого перца по вкусу. 1 щепотка соли. 2 щепотки сахара, подсолнечное масло грамм 20 и понадобится сок лимона. И хорошенечко все перемешиваем. Тигра, я обязательно сейчас поделюсь с тобой. Подожди чуть-чуть, приготовится рыбка. Ну что, тигра, ждешь рыбку? Давай, когда приготовится, я тебя угощу. Ты же любишь рыбку. Ой, рыбный друг мой. И хорошенечко промазываем каждую рыбку. Маринада должно быть достаточно много, чтобы рыбка пропиталась. Беру двойной слой фольги. Отправляем скумбрию. И для более яркого вкуса буду использовать лимончик вовнутрь. Трех долек будет достаточно. Все, и закручиваем фольгу. Пока догорают мои дрова, рыбка маринуется. Если вы будете запекать сразу на углях, лучше сначала промаринуйте рыбку минут 15-20, а потом отправляйте рыбку прямо на угли. Также в духовку, если будете печь в духовке, 15-20 минут в холодильник или просто в холодок, и потом запекайте. Рыбка должна обязательно минут 15 замариноваться. Угли убрал чуть-чуть в сторону и отправляем рыбку прямо на угли. Накрыли углями и засекаем ровно 7 минут. 7 минут проходит, и вытаскиваем рыбку. Yeah.
Во-первых, чем очень интересен этот рецепт? Быстро готовится, а во-вторых, очень ароматно. Стоит попробовать. Вкуснятина. Друзья, у меня уже целый плейлист именно рецептов скумбрии. Обязательно проходим, смотрим и, конечно же, делимся и готовим вместе со мной. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.